конечно же, всех. Да, могу. Женщины мечтают о белом авто. Анна, передайте привет. Да, здравствуйте. Да. Я не очень люблю скорость и попросила немножко помедленнее. Чувствую, что называется прикол на день брови. Волосы развиваются. Так что у нас практически кабриолет с ветерком. Зеркала и решили, что это часть аттракциона, и вот какие-то мы толстенькие. Или мне кажется? Нет, мы худенькие. И не смогли устоять. Кукурузка детства. Сейчас будем кушать. Ой, Ирина Роднина поджигала. Вот прямо перед нами Камеди Клаб, Кёрлинг, там Камеди Клаб тусуется. Вот серенький такой, видите, полукруг. Девочки уже готовы. Мы едем живить детский конкурс. Мы будем добрыми феями. Карандаш помог мне сделать выгодный обмен. Вот только что я выменяла его на книжку, которая могла изменить мою жизнь. Книжку по тайм-менеджменту. Вот. Ванда пошла показывать машину, а я показываю Варду, потому что она красивее, чем все машины мира. Свой автомобиль сегодня, да, это Формула-1. Да, мы ездим на таком автомобиле. Да, да, да. У нас своя формула. Это такое. Потому что он очень мощный природный насос. Погода раньше была, здесь у нас была. Калифорния, вот там Калифорния? Пальму. Да, они из Калифорнии? Да, 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 родина Калифорния. Закупали гифки на Олимпиаду по 10 тысяч долларов за пальму. Это русский дом такой в орнаменте. Да, 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 вот напоминает вам Ташкент. Да, да, это дом такой. Тут все звезды, говорят, тусовали в свое время Олимпиады в середине церкви. Сейчас покажу вам, где его Ирина. Называется эта проекция в этом здании? Не раскрывшаяся капля воды. Не раскрывшаяся капля воды морской, не раскрывшаяся жемчужина.
поездку решили пройтись пешком. And we're learning English right now. Yes? Yes. She's my student. Необходимая вещь в жизни любой девочки, да и мальчика, это, конечно, органайзер, в котором мы записываем все свои планы на будущее, ставим цели. Пошел вперед, и мы решили, что он приехал в Сочи.